Добро пожаловать в четвертую серию по одному большому выживанию в рисе. Так как эта серия заключительная, в ней остался самый сок. Кстати говоря, с уже наступившим Новым годом тебя. Надеюсь, в новом 2021 году все твои мечты и желания исполнятся. Но не буду долго лить воду, поэтому присаживайся поудобнее, наливай чайку, бери что-нибудь пожевать и приятного просмотра. Проснувшись утром следующего дня, я решил найти и застроить сгнивший домик. Мне казалось это полезным. Попутно я решил немного переработать ресурсов. Мой тиммейт в это время еще спал, но я уже развлекал себя как мог. Так, хочу застроить дом один. Я вот не помню, где еще стоял домик. Но тут есть один домик симпатичный. Ресурсы я на него нафармил. Это тут застроенный, а вот тот вот не застроенный. Но я его сейчас застраивать начну, и его завтра зарейдят, потому что он находится впритык к этой клановой базе. Туалет. Подфармив ресурсов на застройку, я забрал небольшой туалет около большой базы. И в том же поле забрал еще один туалет, после чего я принялся ждать тиммейта. Выбись. Пока я ждал, когда мой тиммейт загрузится, я решил проверить обстановку на улице. Пойду чекну сейчас, что на улице происходит. Тут чел вообще стрельба, пиздец. Болты работают. Блядь, тут перед ебалом выросла елка. Чел, ебать, там пиздец нахуй стоит. Пойду чекну соседей сразу. Около Оксимуса тех печальных. А ихняя хата стоит до сих пор. Стоит, да. Какая-то хата еще построилась около этого. Около Оксимуса. Здоровая. Ну а следующим кадром оправдания я даже не стал искать. О-о-о. Днище ебаное. Ты? Да. Я знаю. Вообще клоун ебаный. Думаю, комментировать это не стоит. Хотя... Пиздец, блядь. Приодевшись дома, я решил продолжить патрулировать территорию. Но не тут-то было. Что за пиздец происходит? Блять, двушка. СМГ, нихуя себе, блять. Нихуя себе. СМГ. Да ну нахуй. Ебать. Кахули, он не стрелял, блять, меня. Да ну нахуй. Пиздец, блять, какой СМГ. Двушка, блять. Ну и после такого камбэка на плюс мотивации я продолжил ждать своего тиммейта, патрулируя местность. Вот в нее таки битос. Блять, стрелы лежат, нихуя себе. Банки, блять. О, ебать. Ты шо? Нормально, блять, ресурсов тут хуйни всякой. Пойти переплавить чисто. Алло. Я СМГ-щика убил. На хату СМГ принес и двушку. Мне снится или что это? Крафтим ревики сейчас. И это. И развлекаемся. А, к нам, кстати, пристраивались к хате. Прикинь. Ну и по классике жанра, как только мы решили пофермить, мы услышали взрывы сачели. Ревики берем или мы ее так пофермим? Так пофермим. Пойдем. Блять, у меня плавится. Нормально там у тебя плавится. Вон, вижу. Там в хазмате чел. Вон он бегает. Двое? Один, да? Двое. Слышно, да. Блять, промазал. Сзади, чел. Да, двое сзади. Ебать. Да
тихо, ты нахуй, ты, они файтят себе же с собой сейчас будут, нахуй ты их трогаешь. Охуеть, блядь. Чел. Ебать, там доданчики или кто это? Явно не лохи, бля, ебаные, сказка. Блядь, я умер. Подымешь? Он идет. Он голый, чел. Меня... Ты лутаешь? Да. Подними меня быстрее! Как хуй тут лежишь? Как ты, блядь, еще не умер? Я думал, ты уже сдох давно. Блять, там тут придурок с питоном нахуй нахуярил меня и съебался. Чел, вот этого крайнего, вот этого крайнего. Быстрей. Я лу хп. Мне похуй тут. Хукай его, хукай. Где? Вот он, вот тут вот. Вот здесь прямо. Вон он съебался, блядь. Блять, давай не его нахуй, давай другого. Одного надо выцепить. Хилиться, песка не воюет? У меня есть бинты, но тебе они не помогут. Сзади. Да ну нахуй, чел. Опять пришли какие-то уебаны. Блять, идите нахуй, ёбки, блять. Сколько можно, блять? Надо с пайпы высекать, нахуй. Возьми пайпы, смотри, у тебя изучены? Конечно, блять, ты что, ну? Давай, блять, что-то нахуй уже делать. Я взял пайпу, взял пидем. Надо сидеть, ждать нахуй, с пайпы принимать, типа. С блочкой сбегать туда еще. Сейчас, это, сольем, и с блочкой выбежим туда. Блять, они прямо здесь, нахуй! Да ну нахуй, чел, пиздец, они прямо тут, бля, это все же, да? Да. У меня КД, короче. Пиздец, ебалая рот этой хуйни, блять. Я бы его сейчас трахнул. После лютой дизморали я решил дождаться ночи и переплавиться. Но в поисках лута на переплавку я нашел пешку. Блять, пешка валяется на полу. Без патрон, да ну нахуй. Так, кидану и сюда под хату. Все, лежит под хатой пешка. Прикинь, на полу, блядь, пешка валяется. Ну, пешку нашел, самое главное. Я понял, он мне голову дает. После этого я вернулся туда. Но так ничего и не нашел. Зато когда я вернулся туда утром, я нашел там Томпсон. Блять, не поверишь, что я нашел. Под ноги посмотри. Это шашлындос. СМГ, блять. Вот эта хуйня, можно еще больше оружия, блять. А, пешка, блять. Я бежал обратно доутывать Оксимус, но встретил одного интересного типочка. А еще кто-то хуйсус. Блять, Женя, хелп. Я умер. Голый стоит АФК. Убивай его. Вот там ты правильно идешь. Хуй ты крадешься. Вот он. На мне. Билки? Да, конечно. Ты же ходишь, ничего не делаешь. Боишься. Двое, блядь, да ну нахуй. Они между собой тихо. О, он меня заметил. Иди сюда, разъебем его. Я уже пришел почти. Быстрее. А где он? Вижу. Не вижу, а слышу. Иду. Кидал. Хорош. Найс, блядь, трио. Ха-ха. Трио. В этом базаре трио. Трио, блядь. Патроны кончились у него. Трио, блядь. Трио. Как это, блядь, с акцентом американским, нахуй. Придурок, блядь. Трио, блядь. На, пойду, пойдем сядем, нахуй. Пойдем похилимся сначала. Трио.
Блять, это вообще нахуй пиздец. Трио! Ты слышал эту хуйню? Да. Найс трио! Сексендомским ты сказал, блядь. Трио, блядь, откуда он трио там взял, блядь? Мы просто пришли, блядь. Я сидел, ждал. Он сам видел то, что я ждал. Но он и трио, блядь. Трио! Как так базарить можно, блядь? Найс трио. Надо было ему сказать, а что втроем нельзя играть? Чтобы он вообще охуел. Ну, на репорт 100% кинул, пускай пацаны последят нах. Ну и тут я решил прогуляться, но все равно встретил того же револьвиста. Блять, без хп, я ему голову с красной дал, чел. Тихо. Быстрей. Лучший. Трио! Неси на хату все, похилимся. А, ну это он же, блядь. Да-да-да, это он же, неси на хату, похилимся. Трио, блядь! Я ему голову с лука дал. Я видел. Принес? На твое трио. Ух ты, блядь! Чел, вот это надо нахуй еще прямо сейчас идти. Вот это я хочу забрать тебя. Блядь. Добил. Ух, ебать! Я умер, я умер, я умер, я умер. На мне прямо сейчас. Я зашел в хату, он прям на мне был. Ой, блядь, как она меня заебала, нахуй все это уже, блядь. И я вернулся на замес обратно. Это трио? Да. Сука, они вообще, блядь, ебаны, они бегают и выкидывают по дороге луки, чел, понимаешь? Они лутают и по дороге выкидывают, дропают, блядь, на пол. Ух, ебать, да ты заебал, сиди тут, уебище, блядь. Ну че ждет, блядь, меня сидит? Бля, пушит, блядь, ля. Ля, уебище, блядь, галимое, нахуй. Хитал. У меня лагает игра, блядь, я не могу. Трио! Трио, блядь! Трио! 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 Блядь, блядь. Куда смотришь? Дай мне. Дай мне. Блядь, это опять. Стрел, дай мне. Стрел, дай мне. На-на-на-на, вот тут, иди сюда. Я умер. Я распал этих лагов ебучих, блядь. Заеб... Какое трио, блядь. Так. Трио. Но! Трио. Бил всех? Да. Какое трио? Это двое было. Трио. Двоих убил? Да, двоих, да, двоих. Трио. Трио. А он повторил трио, блядь. Они все повторяли, когда я с ними базарил. Трио, блядь. После таких пострелушек нашу хату начали штурмовать те же ребята, которых мы киляли. У нас потом на хате кто-то. Сейчас мы это исправим. Ты сделаешь ему трио? Или мне. Да, спрыгнул. Я ему въебал хитулю. Умер? Нет. Не я, не он. Ему похуй, потому что... Выходи снизу. Их двое. Двушечник у меня. Хелп. Блядь, я промах. Убил. Беги, 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 беги! Трио! 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 Трио, трио, трио. Беги, беги, беги. Тут трио сидит. На этот раз мы решили вместе пробежаться и посмотреть окрестности. Сидит там, да? Вот он, с ёкой. Ебать ты трио, слышишь, нахуй? Он еще один. Вот он, вот он. Прям тут в упоре. Нормально пайпу перезаряжаешь, красава нахуй. Трио. 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 Чел, он носил с собой 32 патрона, блядь. Я голый, блядь. Трио. 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 Пацаны, трио тут тебе делают. Ну да, хуёвенький такой трио. Ебать, я типа в это... Ебать тут этих шкурей, нахуй.
Шкурей? Курей. Мы же фарманем их, нахуй. Шкурей? Курей. Фарманем и ну, откроем. Шкурей? Может быть, фарманем шкурей? А где они живут, эти долбоебы? Не знаю. Ну дай им еще раз пойти трио сделать. Это они должны прийти к нам. Так не, нам надо выяснить, где они. На-на-на-на. 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 Та-т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 а. Да я с ним пострелялся уже. Помогай мне, чел. Я уже обошел. Красава. Три. Вот этот смел. Бери с него патроны. Трио. Блин, ну и хата нахуй. Че, это какое-то неровное движение, по-моему, совсем. Тихо. Че ты? Тихо ты, блядь. Заходи. Нахуй надо. Вершится лес. Понял, назад. Кукарача. Тихо. Вот. Прям тут, тихо. Я пушить. Ты убил его? Да, он умер. Пойду обойду с той стороны. Я умру сейчас. Чел, хлопани с моей стороны. Убил. Двушка. Синька. Понял. Надо съебаться, чел. Как-то. Я, короче, попытаюсь съебаться в ту хату. Ты не уйдешь, он с СМГ. А, я видел его. Видел его. Он там сидит с той стороны. Вон он, чекает. Блять, там троп нахуй в этом. Короче, блять, пойдем нахуй отсюда. Но у меня вроде получается. Ну, блять, сука, иди нахуй, ебала. Он меня идет сюда. Сейчас я пойду туда. У меня нулевая. Правая это стадия. А, в натуре? Да ну нахуй. Короче, я ебал рот, я ебаю нахуй. Все, наигрался. Да, пиздово, эта хуйня лагает, ебаный нахуй такие рай. И на этом моменте я с тобой не прощаюсь, ведь впереди еще столько всего. До встречи в новых видеороликах или на стримах. И да, напиши коммент, что думаешь о видео. Еще увидимся. До скорого. Пик.